Привет, девчонки, привет, мальчишки, привет, YouTube, привет все мои подписчики, привет просто те, кто сегодня случайно зашел на мой канал, но вот, к сожалению, именно на такое видео наткнулся. Сегодня у меня к вам сообщение. Для кого-то оно будет приятным, для кого-то неприятным. Когда-то я начинала вести свой канал, и мое первое видео было именно вот на этом фоне, на фоне цветов золотого шара. Сегодняшнее видео, которое будет последним на моем канале, я решила не изгаляться и сделать его именно тоже вот на этом фоне. Друзья, я закрываю свой канал. Сейчас, наверное, будут слышны крики «Браво!», «Бис!» и такие вопли радости моих недоброжелателей, моих ненавистников, те, кто не любили мой канал и от которых я получала дизлайки, конечно же, постоянные. Поэтому радуйтесь, мой канал закрывается. Надеюсь, вы найдете, наверное, свои новые жертвы, которые смогут от вас отбиваться. Я хочу выразить слова благодарности, огромной благодарности всем моим зрителям, всем подписчикам, которых я, так скажем, ну, не слишком хорошее слово, но все же набрала за этот промежуток времени, которые оставались со мной, которые радовались моим каким-то победам, большим или не очень, которые огорчались неприятностям, которые случались в моей жизни, которые сочувствовали мне, которые выражали слова благодарности и писали теплые душевные комментарии, с которыми я подружилась не только на YouTube, но уже и в Одноклассниках, ВКонтакте. Поэтому вам выражаю огромную благодарность. Конечно, стоит объяснить, почему происходит закрытие моего канала. И, наверное, я немножко перефразирую поговорку «Бог не дурак, любит и пятак». Я бы сказала, что и человек тоже не дурак и хочет заработать хотя бы пятак. Дело в том, что несмотря на то, что говорят, что незнание закона не освобождает от ответственности, наверное, в этом случае это будет правдой. Дело в том, что я совершенно не предполагала, что каждый раз, как только я сама открываю свои видео, это считается как недействительные клики, якобы я накручиваю просмотры. Ну, я вот такая, ой, ветер сильный такой, я такая несведущая, я не очень там разобралась в своем телефоне. Дело в том, что зачастую я захожу на YouTube именно с телефона, и посмотреть количество моих подписчиков мне приходилось заходить каждый раз на свое видео определенное. Любое видео могу открыть, посмотреть подписчиков. И каждый раз, открывая свое видео, получается, что я как бы накручиваю вот просмотры свои. Я даже не предполагала об этом, я не стремилась ничего накручивать и даже об этом не знала. Вот именно вот это повлекло к тому, что партнерка, которая у меня была от YouTube, Google AdSense, заблокировал мой аккаунт как партнера, и теперь мои видео не монетизируются, заработать я на них ничего не могу. Поэтому я и говорю, что каждый человек не дурак, хочет заработать и пятак, но раз теперь этого ничего не происходит, поэтому это все влечет к закрытию моего канала. Объяснила причину, дабы не слыть какой-то такой, знаете, неизвестный миссис X, которая улетучилась с YouTube, и поминай, как знали, что произошло, как произошло. Вот, пожалуй, я объяснила и сказала все те слова, которые я хотела сказать на своем канале за весь тот период, пройденный мной. И небольшое сообщение теперь именно для моих друзей, для моих подписчиков, для моих постоянных зрителей, которые не хотели бы меня потерять. Друзья,
Я открываю новый канал, и он будет действовать в том же режиме, и, надеюсь, может быть, еще и почаще я буду видео выкладывать, как сложится какая-то вот жизненная ситуация. Поэтому я не пропаду из ваших жизней, я не пропаду из вашего вида, и хочется показать вот такую фигулю всем тем, кто возрадовались, что наконец-то я закрываю свой канал. Не тут-то было, не так просто от меня избавиться. Друзья, я остаюсь с вами. Ссылочку на мой новый канал вы найдете в инфобоксе. Надеюсь, что все те мои постоянные зрители и подписчики, которые были со мной весь этот промежуток ютубовский, останутся со мной. Переселяемся на новое место жительства. Надеюсь, там будет интереснее. Надеюсь, там будут какие-то нововведения. Все те запросы, все те комментарии, которые звучали именно со знаком вопроса, которые вы хотели бы от меня услышать, я обязательно постараюсь реализовать на новом канале. Новый канал будет существовать именно с такой же тематикой, не бьюти-канал, не какой-то канал влогов. Это будет, я бы сказала, канал жизни, как и этот мой канал, потому как я не подразделяю себя на какие-то отдельные категории, я женщина, этим все сказано. Поэтому добро пожаловать на мой новый канал, надеюсь, я обрету новых подписчиков, новых друзей, не потеряю старых. На этом я с вами прощаюсь. Пока я свой канал аннулировать, так скажем, удалять все свои видео не буду. Может быть, для кого-то он полезен, впрочем, как и для меня, потому как в своих видео я, может быть, вернусь в какой-то прошлый этап своей жизни, может быть, я что-то вспомню интересное, может быть, я прочитаю те добрые и трогательные комментарии, которые мне там оставляли, и согреюсь душой еще раз. Поэтому все те, кто любит мои видео на старом канале, пока вы их еще можете просматривать. Поэтому я с вами прощаюсь на этом канале. До новых встреч на новом. Пока-пока.